Продажа снюсов в России официально не запрещена, поэтому куряне успели попробовать эту разновидность табачных изделий. Продается не только в пакетиках. Это могут быть леденцы, дрожжи или мармелад, которые несколько лет пользуются популярностью не только у взрослых, но также у школьников и студентов. Содержание никотина в одном пакетике снюса, в одной дозе, может быть от 40 до 249 миллиграмм. Общепринятая смертельная доза на организм человека от 0,5 миллиграмм до 1 миллиграмма. Соответственно, 40 миллиграмм никотина является смертельной дозой на человека, вес которого от 40 до 80 килограмм. Официальной статистики отравления именно от снюсов нет, но врачи-наркологи бьют тревогу. В реанимации областной детской больницы и токсикологическом отделении БСМП находятся дети с признаками неизвестного отравления. В целях профилактики мы не допустим на территории города распространения данной продукции. Мы ежедневно будем проводить эти рейды, и УВД вместе с нами готова объявить настоящую борьбу этому злу для того, чтобы искоренить его с территории нашего города. Я думаю, что мы должны в первую очередь обратиться к совести наших продавцов. Нельзя зарабатывать на здоровье наших с вами детей. Во время рейда несовершеннолетним курянам снюсы не продали. Во всех точках требовали паспорта. Законотворцы разрабатывают проект о полном запрете вредных для здоровья продуктов на территории России. Елена Романцева, Юлия Рудская, Сергей Малеев, телеканал 7.